Еще раз всем привет. Вторая игра. Вичи против Гамбит. На этот раз пики немного изменились. Из прежнего есть у Гамбит также хороший ультимейт. Возможно, Game Change. Это Tide Hunter. Такая альтернатива Энигме. Кстати, Энигму и не банили Вичи. Не забоялись Afterlife. А вот возможно зря. Все-таки решают ее не брать Гамбит, заменяют на Тайдхантера, распик начинают с Леона. Ну, это мы уже видели. Это классический такой метовый распик. А вот что не классическое, так это то, что на первый пик забирают Луну себе Вичи, к ней добирают МК Дизраптора и попахивает заготовочками. Возможно, конечно, это... У них своя азиатская мета. Но я с ней не знаком от слова совсем. И легионка прям удивляет меня. Легион Командер обычно появляется только в каких-то... Ну, возможно, против Бэтрайдера, чтобы лассо снять. Либо просто за счет именно второго скилла. А здесь пока без... особо надобности. Четвертый пик для Гамбит. Я думаю, такая же система. Доберут кора, мидера ставят на последний пик. Либо же какого-то крайне важного для себя мид-персонажа. Какой-нибудь вайпер, возможно. Луну не перебьет. Фантомка неприятно. Легионка ее заберет себе. И пока как будто бы со стороны силы в пике действуют Вичи. И вынуждены отвечать им. Гамбиты. И тимфайт прекрасный у Вичи. И да, я понимаю, прекрасный Гамбит. Использует дополнительное время, чтобы как-то продумать свои действия. Меньше минуты остается. Пугно почему-то. ВК. Ну, ВК против Луны, да. Даже с той же обраткой против ультимейта. Всегда работало, работает прекрасно. Да, кстати, ВК. Хорошая идея. Легионка тоже не страшна. Он ее и зарубит. Уже к мид-лейт-гейму. Так что да. Кстати, Урсу забанили. А лучше ли Урса здесь, чем Рейс Кинг? Ну, на самом деле вопрос спорный. Я бы предпочел Рейс Кинга. Все-таки Урсу можно раскайсить и МК. И с Раптором. Да, он съест просто легионку. Без вариантов. Но самое ли страшное, что легионка погибнет? Бан Кунки, как и в той, в первой игре, не хотят видеть на мидлине этого персонажа. Кстати, да, вспомнили про Death Prophet. Странно, что сами не захотели ее брать, гамбиты. Все-таки, я думаю, им нужен какой-то... Burst Damage. Против Луны, чтобы она не настреляла. Ну и МК за, чтобы он с поляны своей не раскастовывался долго. Возможно, я бы вспомнил про Лину для Гамбит. Либо СФчик. Какой-нибудь маг ДПС конкретно. В мид. Зевс, возможно. Вот что-нибудь такое я хочу видеть здесь. Да, мы понимаем, что Луна будет быстрая БКБ, как у МК. Но та же Лина и с руки побьет, и прокастом даст. Мне кажется, что такое необходимо гамбитам. Посмотрим, что они по этому поводу думают.
Вайпер. Все-таки Вайпер. Банят Квапу, да, тоже. Под такую идею подходила. Эта подруга. И оказывается в бане от Вичи. И остается саппорт. Ага. А тут мы понимаем, что... Ну, МК на мид ставить против Вайпера. Ну, спорно. Пассивку от Вайпера отключат. И это ВР-ка. А как они распределятся? Ну, керри Луна в любом случае. Посмотрим, посмотрим. Интересно на самом деле. Это мид ВР-ка. Это керри МК. Это саппорт Луна. Это та самая Луна четверка. Но это явно пик экспериментальный у Вичи. Мид ВР-ка просто потому, что против Вайпера стоит неплохо. Олд Элево на оффлейн легионке. Что наглость, как по мне. В профессиональной доте. Ну, конечно, если он будет качаться через хил всегда. Если он будет собирать образные барабаны. Владимир для Луны купит. Тогда да. А вот идти в дагер, я думаю, ему нельзя совершенно. И саппорт. Ну, четверка Луна, пятерка Дизраптор. Посмотрим за реализацией. Что с этим сделают? Так. Но, конечно же, мы с вами-то знаем, за кого мы болеем. Я думаю, наши фавориты. Очевидно. Как говорится, вот не слева направо. Свободная. Только не висня. Все прекрасно. Можно даже наушники надевать. А здесь уже смог от Гамбит. Первым бы Леону идти. Да. Ну, на ХГ здесь Дивай. Палит все это. Понимают Гамбит и просто разворачиваются и уходят. Серебряный Рошан. Серьезно, серьезно. Оцените силу духа. Еще какой-то электрический. Оцените силу духа. Луна благоволит верным. Луна благоволит верным. Что у нас будет по линиям? Сложный. Леон с Тайдхантером. И на легкой ВК с ЦМ-кой. Более надежный пик у Гамбит. И будем надеяться, он себя и оправдает. По рунам 2 в 2. В этот раз уже преимущество не 3 в 1. Будем надеяться, и игра, соответственно, тоже полегче пойдет. Для гамбитов. Ну, это не трипла, я думаю, это просто на первый фраг. Забрать бы ММК здесь. Собачка, не пали ЦМ-ку, не пали ЦМ-ку. Давай, гашетка. Гашетка, стан. Давайте, давайте, давайте. Еще по тычечке скинулись. Не выживает здесь по йо-йо. Имел еще и стики. И просто улетает на... Че сбивает ты? Санечка, а что ж ты так ТП-то давал? Даже не с куста. Ну, улетает сюда иммершн, понимая, что ВК одного оставлять не из лучших идея. Уже выпуливает здесь пачку. Пью!
как-то странно выпалил. Возможно, и специально, конечно. Дизраптор погибает. Все-таки удалось сделать фраг. Наказывает Immersion за то, что ему... Санейка, что ему сбили телепорт. Да, не по йою, конечно, но... Его деваю. Зато с полным маной приходит Дизраптор. Пораскнит еще Тандерстрайки. Стакает, стак, нет. Да. Не отводится, не стакается эта пачка. И просто пойдет на линию дальше к Афтерлайфу. Комфортное положение линии. Почти под Т1 для Гамбит. И Афтерлайф здесь экспириент получать будет. На мид-линии у нас у Ноуана 11 на 6. У Верки 7 на 4. Но опасно, опасно. Все-таки может погибнуть здесь Ноуан. Верка может его просто застрелить с пауэршота. И нужно быть поаккуратнее здесь Вайперу. Но пока он лидирует. Не дает жизни в какой-то степени в эрке. А чтоб не летит, главное, чтобы не ботл. А к ней летит тот самый ботл. Проседает СМ-ка, а что с ней? Просто немного прохрасили. Чего? Чего такое? У тебя уже есть еда. Дрим. Резает, решит его Элевена. Что он скачает? Доп урон и бим. Четверка луна. Ну, на самом деле, мы это уже видели. Четверку луну. Когда у него была еще более имбовая пассивка, когда она давала мейн стат. Сейчас урон тоже неплохо. Особенно... А для всех неплохо. В смысле, особенно. Каким героям этот урон неприятен? У Леона и у того есть талант на доп дэмэдж. Подкоп. Ну, пока регенов, конечно, нет у Луны, но курьер к ней уже летит. А что в нем? А в нем как раз таки фласточка. Тангусики, стики. Так что у нас легионки. Приседает. И, возможно, разменяет даже Immersion'а. И сама может не погибнуть. Имеет ТП. Да, просто. Выиграет время здесь и уйдет. Неприятная ситуация, конечно. Зато подеваю дэмэдж. Но здесь уже набивает и по ее стаке. Имеет палку. Да, и добивает Afterlife. 2 в 1 для Vici Gaming. А могло бы быть 3 в 2 для Gambit. Луна. В размен на Дрима. Неприятно. Ведь СМ-ка погибает. На нижней линии по йо-йо. Да, топ-1 крипстат Вайпер. Верку он гоняет. Но мы понимаем, что по нетворсам топ-1 МК. Здесь же и Old Eleven. Наравне с мид-вайпером. Казалось бы, на своей сложной линии. Но... Мы понимаем, что для легионки эта линия совершенно несложная. Не ощущает этого дэмэджа, а вот такого ощущает. А вот это уже чувствуется. Но продлить, к сожалению, нечем. Что у нас? Фейзы стики. Собирает себе и еще и Corrosion Orb. Ну, это такой недорогой... Боевой артефакт. Медасик себе рейскин будет покупать. А как бы вот темпом не задавили здесь. Опасный медасик. Быстрым он явно не будет. Рейскинг отстает сильно. 2000. Наравне стоит хантером.
Скорее сложная здесь у Дрима была, нежели у Old Eleven. А здесь уже и ВР-ка. Должен погибать, нет? Может не уйти Дрим отсюда? Да и Immersion вставляется. Здесь уже No One начинает заплевывать. ТП. Успевает дать ТП Луна. И вот мы видим минусы Мидвайпера. Да, он стянулся, дэмэджа много. Но просто с ТП улетает четверка Луна. Которая, ну, не так далеко по нетворсу от Рейс Кинга. И да, понятно, почему он хочет купить себе Мидасик. Все-таки слишком сильно он отстал. Но это риск, это риск. Возможно, какая-нибудь обратка. И просто пойти давить, убивать Луну, убивать ВР-ку. До того же М. Хотя МК отхилится просто. МК не страшно. Мёрш, давай, высасывай. Не дает спуска Old Eleven. И втроем игроки Vici Gaming на своей легкой линии. Здесь у нас Смоках. Вайпер с ЦМ-кой. Хотят выйти на Пайойо. Цепляют. Поляна от МК. Но... неудачное смещение двух игроков Vici. Как раз от своей легкой. Позволяет сделать фраг для Гамбит. Сколько же дарит за МК? 300 голды? Да, немного. Вайпер. ТП не сделает. И никуда отсюда уже No One не уйдет. И даже ВР-ка теперь опережает. И все плохо у Гамбит. Если первая игра была хоть как-то равной, то здесь мы смотрим на творцы. Смотрим графики. 1000 за Vici. И должна только усиляться. Хотя Ravage в ответку. Уходит здесь Vici. Но и главное, не погибает Afterlife. Добавить рун, еще минута есть. Эту территорию должны, я думаю, поделить здесь команды. Смок от Гамбит. А куда хотят они выйти? На мидлинию. Куда идут No One с Immersion'ом? Большой-большой секрет. Убить бы. Ну, явно не четверку Луну, конечно. А еще и погибать, наверное, не собирается. Какая плохая ситуация. Это дуэль для Легионки. Это может быть и минус Вайпер. Да, это будет минус Вайпер. И отвратительная... игра для Гамбит. Даже четверку Луну они забрать не смогут. Old Eleven просто на ноге забирает руны. Да, все. Все руны заберут здесь Vici. Топ-1 по нетворсу Легионка. Ну вот в такой ситуации Dagger, да, можно брать. Можно и Лотар, что уж тут мелочиться с таким-то положением. Урна у четверки Луны. Самое главное, что у него будет замакшен Lucent Beam. Будет использовать свой ультимейт. Подцепить бы ВР-ку, но нечем, нечем, нечем. Господина с иероглифами в нике подцепить Гамбит не могут. Здесь уже и Вайпер. А что он себе собирает? К Вайперу уже летит Атосик. Или что это? Я не хотел в это верить, нет? А что? Уже прилетело. Так, стоп.
Вайпер голубой. Ладно. Не вижу его курьера. Ультимейт от Луны. Забирают СМ-ку. Ревш от Тайдхантера. По двоим. Хороший палец. Минус 2. Но в ответ забирают Ноуана. Не отпустят и Иммершена. И могут даже Афтерлайфа. Да, он слишком плотный. Не так плохо на самом деле. Мы увидим, что более-менее равный файт для Гамбит. Они немного восстанавливаются. Но мы понимаем, что вот уже больше 4000 за Вичи. И давить они не прекращают. Самое печальное это вот эта ситуация у Дрима. Армлет вроде как появился. Но дотянет ли он до Радика? Мне казалось более логичным бы взять обратку после армлета, чтобы все эти файты принимать. Чтобы танковать. Все-таки Вайпер, как мы видим, конечно, может потанковать, но лучше бы на первом фронте стоял ВК, а Вайпер просто его поддерживал. Есть уже молнии у ВРки, но убегает Иммершен. В этот раз ему повезло. А здесь нападает Пайойо, Арена. Это сколько? Это 20 дэмэджа. Да, не так много. Да, это просто вот по сути даже не плюс крону с 25-го дополнительному. Ну, будем честны, ну какая легионка возьмет себе этот талант в про-играх, тем более. Это я могу такое качать. А вот Old Eleven возьмет полезное. Дюай уже здесь, может глимсануть. Дотягивается, да, глимсует. Луна ультимейт имеет. Да, раскастовывает ультимейт. Должны ее забрать, я думаю, нет? Да, Луну забирают. Он должен уходить. Хотя, много дэмэджа. Хорошие отцы. Но хорошие отцы никак не спасают здесь. Верк это минус 2. Хорошо. Занаглели здесь Вичи. И их за это наказали Гамбит. Получив 800 золота. И немного графики все-таки пошатнутся в сторону Гамбит. Но до полноценного камбэка им не хватает. Как и в той игре, Радика на ВК. Годы идут, времена меняются, а Радик на ВК такая же классная вещь. Хотя бы крипов. Классно рубит Рейс Кинг. Что у нас здесь? Сверочка. Оставляет всего один заряд капель для Леона. Но уже хотя бы за руны борется Гамбит, показывая, что не все у них потеряно. Графики чуть-чуть шатнулись. Иммершен. Здесь уже и Гамбит близко. Будет колба. Да, гаш. И должен Вайпер заплевать. Отдали все ультимейты. Кроме Рэвиджа, конечно. Все, что было, кинули в Верку, но оно того стоило. Оно того стоило. Это первая смерть для Верки. Стрик был 3 фрага. Ну вот, возможно, Ноуан задержался здесь слишком далеко. Да. Заберут Ноувана. А Леон преспокойно уходит. Плюс дэмэдж для Old Eleven уже 30 дэмэджа имеет. Обраточка, вот это хорош. Вот давай даже до БКБ обратку. Давай обратку и потом только блокинг бар. Тогда вообще будешь красавчиком. Ну, с моей точки зрения.
логичнее было бы купить Black King Bar здесь, конечно. ДД, кто себе успеет забрать. В Bottle даже забирает от Afterlife, но толку от этого немного, только он сможет им воспользоваться. А Пью приближается к Аганиму. И вот с Аганимом и вторым ультимейтом дела у Гамбит будут явно хуже. Готовы цеплять здесь Луну. Ставят еще и Вард обсервер. Рассредоточились Вичи. И просто фармят. Толкают линию на легкой, на сложной. И как будто бы... Отдавать? Нет? Нет, поляна от МК. Забирают уже Санейка, возвращают Тайдхантера. Под дуэль. Тайдхантер погибает. Минус 2. Вайпер тоже уходить не должен, да? Цепляют и Вайпера. Минус 3. Вышку задефали. Как будто бы даже не особо... Стараясь, это сделали Вичи. Просто фармили там, здесь, такие ТП. Арена по одной ЦМке. Но, тем не менее. Это минус 3, это минус вышка. И еще сильнее укрепляют свое преимущество на этой карте Вичи. Самое интересное, да. Я не в муде, к счастью. Было бы. Не особо приятно. Это понять. Лук для ВРки. Булвип для МК. Самое веселое, когда Булвип появляется у Виспа с Вивера. Когда Висп прям... своего Вивера запрягает. И они быстро скачут. Имклоу еще. Ну, в БК бы отдать Имклоу, конечно. Нет, ВК имклоу не хочет. К нему курьер летит. Где курьеры? Я их теряю постоянно. Нет, пустой. А здесь внизу могут поймать. Кто кого поймает, еще непонятно. Фокус. Не успеют. Успевают добить легионку. Сколько же за нее дадут? А дадут за нее 400 золота. Ну и 800 опыта. Да, приятный фраг. В очередной раз. Ситуация один в один. Ведут Вичи, чуть-чуть камбэкуют. Гамбиты. Опять ведут Вичи, чуть-чуть камбэкуют. Гамбиты. И вот как будто бы это не приведет к какому-то результату. Я, конечно же, хочу ошибаться в своих словах. Я хочу, чтобы Гамбит здесь выигрывали. Чтобы шел ВК с Радиком, жрок всех, кого можно сжечь. Заплевывал Вайпер, тыкал пальцем Леон с Аганимом. Желательно. Но даже несмотря на 4000, мы видим, что камбэк начался. Надеюсь, продолжится. БКБ у ВРки. Даже без даггера. Ага. Выключил радик ВК, чтобы не пугать никого. Не забудь только потом включить в файте. Врыв на ОД Левена. ВК включил радик, хорошо. Поляна ТМК. Забираются Нейка, погибает и Old Eleven. И пока непонятно, в чью пользу. Обратку на Уван, вот это классно. Хороший реведж, могут заплевать МК. МК забирают, да, хорошо. 2 в 2 пока. Забрали еще и стрик. Ну, уже никак не подцепить, скорее всего, МВР-ку. Это 2 в 2. Плюс для Гамбит, камбэк они продолжают. Хорошо, хорошо.
у ЖКВК новый артефакт летит. А что к нему летит? Что у нас в курьере? Огр Акс. А к чему Огр Акс у нас? Да? Алибарда против МК. Хорошо, хорошо. Плюс дополнительные миссы. Никогда не мешают. Рубит крипов. И будут забирать Т2. Но я думаю, намерен им помешать здесь Вичи. Ресается МК. Уже дает ТП. И без реведжа. Палец по легионке. Погибает Old Eleven. БКБ от Верки. Прям на... Молодцы, Гамбит. Им плевать. Преимущество есть, нет. Было 6 тысяч. Пошли давить, все. Так и нужно, так и нужно. Наказали. Заработал вроде бы как. Да, 3 стака уже у Леона. Графики. Все ближе к нулю. Все. Так и нужно. Собирать Т2 вышку. Перехватывать аванпост. Зафармить лес, провардить. Да. Хотя я думаю, без меня Гамбиты прекрасно знают, что им делать. Ставят паузу. Возможно, чтобы обсудить. Посмотрим. Странно, что аванпост не захватили, конечно. Ну, понимали, что рано. До 30-й обратно перехватят, но хотя бы как-нибудь в момент перезахвата понимать, что хотя бы один игрок находится там. Да, скорее это не пригодится, но вы не так много теряете. Конечно, если у них нет в планах какой-то быстрой вылазки на Т2, или, возможно, они вспомнили про Рошана, как и я, когда уже поздно. Но этот Рошан достается Вич Гейминг. Неплохо, ответили, разменяли Т2 вышку на Рошана. С Аегисом МК. Так быстро его не заберут. У него есть Battle Fury, есть Агани. Фармить он будет намного быстрее теперь. А здесь уже цепляют на медлине и убивают Верку. Гамбитам плевать на Агани, плевать на Battle Fury. ВК идет. ВКБ Даггер еще, чтобы врываться и делать на... Рановато. Смог. Все-таки погибает Леон. Уходит отсюда игроки Вичи Гейминг. Пойду проверю, что там кошка делает. Окошко делает то же самое, что и Гамбит. Переворачивает. Надеюсь. Но за обоих не особо хочется. Но хотя бы у Гамбит до конца довести это получится. У ВК уже есть Саша Яша. Собирать будет себе Кирасу. Армор против ВРК, против МК лишним не бывает. И надо как-то думать, что делать с Аганимом Луны. Потому что когда он будет третьим, ну, мало не покажется явно. Хотя и сейчас дэмэджа хватает. Но, к счастью, у Вайпера есть обратка. У Вайпера много хитпоинтов. Есть пассивка на макрезист. И если Вайпер будет ловить ульту Луны, я думаю, он будет счастлив. В отличие от Луны, которая, я думаю, всеми силами
Очередной фраг. БКБ не спасает никак ВР-ку. Собирает себе даже аганим. Такой же, да? Аганим такой же. Давят, забирают Т2. Комбиты, хорошо. Успеет ли от меня здесь Вичи? Нет. Да, катапульты подпушат. А хотя, не стягиваются. Ну и не хотят подставляться здесь Вичи. Не показываются на линии. И тем самым теряют катапульту и теряют возможность с этого же захода разменяться Т2 вышками. И что мы видим? В ноль, да. Графики в ноль. Переворачивают игру Гамбит. И что мы? И мы болеем за Вайпера. За ВК, за Леона, за Тайдхантера, за Цемочку, за всех. За всех гамбитов. А кем это на будущее против Верки? А не рановато ли? Либо же просто против... Дуэль по Леону. Уже 60 дэмэджа. Прихлёстывает своего кота Луна. Ускоряется. И главное отступить гамбитам. Что они и делают, и просто больше никого не потерять. Леон возродится. Они должны Аегис на МК переждать. Ну, либо же просто грамотно на это ответить. Пока потерять Леона, я думаю, совершенно не переживают гамбит. Наплодил своих иллюзий МК. Своих клонов. Вот это наглость. Ну, за это я отвечает Afterlife. Уходи, уходи, уходи. У тебя есть Dagger. Санейка, ну, здесь ультимейт Луны, ультимейт МК. БКБ тэп-аут. Когда ваш керри делает БКБ тэп-аут, возможно, у вас все идет не по плану. И уже игра в руках гамбит. Что по графикам? Да, вот это вот закорючка опять в сторону Вичи. Но все-таки, несмотря на Аегис, который пропал у МК, преимущество небольшое игровое у гамбит. Поймать по Луну. Луну ловит иммершн. Здесь дуэль. Дуэль по Тайдхантеру. Он имеет ревеш. Ревеш ему дать необходимо. Ревеш он дать не успевает. Погибает. А что у нас? Стан, да, от Дрима. Разрубает. Идет дальше. ВР-ка тоже погибает. Это минус 3 в разбитом на Тайдхантера. Даже без ревежа на себя внимание отвлек. Герои стал потворились. И уже подбивает Т3 No One. Тактическая пауза от Луны, как будто выливает. Все мы понимаем прекрасно, что нужно Вичи обдумать свою игру. Что им делать? Ну, в данной ситуации просто ждать. Вдвоем против четверых они сделать ничего-то и не смогут. А пока что я хочу сказать. Все шансы против Нигмы у гамбитов есть. Даже не на 1-1, а на 2-0. Потому что это у нас БО2. Если 1-1, то это конец серии. Так как это групповой этап. И на 30-й минуте. Нет, все-таки. Ответный глиф. Да заберите это ВТ3, заберите. Да, вот эта тенденция сохраняется. ВК пушит Т3 вышки. Рейдер... да. Возвращают Дрима. Ну, без основного цеплятора легионки цеплять довольно проблемно. Отступают гамбиты. Имея, наконец-таки, в серии преимущества в свою пользу. Наконец-таки.
Я рад. Думаю, вы тоже. 1-1. При таких коэффициентах, я думаю, Гамбит устраивали, ну... Конечно, бы хотелось 2-0, но мы понимаем, что даже 1-1 это прекрасная ситуация для Гамбит. Против такого сильного соперника, как Вичи, но уже погибает здесь Санейка на своей ЦМ-очке. До таймера на Рошан остается 20 секунд. Даже если таймер будет минимальным, уже появится Санейка. И за Рошана драться будут Гамбиты. Отдавать его они не должны. Вайпер подставляется. МК уже здесь. БКБ палка. Арена неплохая. Возвращают еще и Вайпера. Забирают ВК. Могут забрать второй раз. Бэйбэк от Вайпера. Уже здесь Леон. Леон погибает. И хорошая драка от Вичи. Три фрага сделали. Выбили Бэйбэк. 2-2-2, почему 3? А, ну один еще раз выбили ультимейт у ВК. 1500 себе вернули. Опять злосчастные 2000. А до Рошана у нас 2 минуты. Время еще есть у обоих коллективов. Могут подфармить. У ВК появилась Кираса. Угу. Упаю ее. Что у нас? Да и Даус отвалился на 3 минуты. А вот 3 минуты это уже неприятно. До Рошана он в теории мог бы успеть дофармить. А вот дабл дэмэдж. Кто заберет, никто пока его не видит. Увидит ли МК? Увидел МК. Неплохая замена Да и Даусу. И вот не подставится бы под арену Гамбитом сейчас. Они в смоках. Можно поймать. Поймать дизраптора до ульта. Здесь у нас и Old Eleven. Хороший реведж по троим. Заберут Луну, заберут дизраптора. Байбек уже от Луны. Поляна ТМК по дабл дэмэджам. Отступают гамбиты. Гамбиты уходят. Здесь врывается с ультимейтом ВРК. Но в пятером держится гамбит. И отвечают таким же фрагом и байбеком. От Вича, от Луны. И забирают еще и Т2 вышку. Отступить бы на Рошана гамбитом. Нету ни одной Т2 вышки у Вичи. У гамбит же они все стоят. Рошана чекает Санейка, да Рошан у нас 11 секунд. Ну, как будто бы знают об этом гамбит. Как будто у них тоже это горит. Реально, просто стянулись все. А, нет, уйдут ли? Все, появился Рошан, да. Дождались. И в этот раз Вичи никак на Рошана не претендуют. Просто идет Old Eleven. Фармить чужих эншентов. И пока эти 80 дэмэджа особо не окупаются. Ну вот мы видим минусы такого героя, как Легионка. Все-таки это больше такой паб-герой. Либо же если в проиграх собирается через какие-нибудь барабаны, через ауры. И если играть на себя, все-таки рано или поздно тебя будут тормозить. Могут поймать на перетяжке здесь Вичи Гейминг. Пока МК видит его на варде, что он прыгал, да. Попикали. Но МК уходят и будут менять линию на Т2. А какие планы у Вичи? Нет, все дают телепорты. Теряют глиф за это. Развели на... Теряют первую жизнь Рейс Кинг.
БКБ должны пройти ко второй жизни. Но БКБ проходит, и у гамбитов теряет много хп Afterlife. Но тем не менее, все выживают на Крополях. Живет Тайдхантер, и Дота крашится. Слишком, слишком сильный был замес. Дота этого не выдержала. Интересно, что... это сервера? То есть игроки тоже вылетели? Нет? Думаешь, не вылетели? Я думаю, вылетели. Ну, скоро увидим. Нет, игра просто не грузится. Я понимаю. А что у нас на других трансляциях происходит? Там все работает. И у меня заработало. Прекрасно. Погибли два игрока Гамбит. Сторону так и не забрали. Опять. А в чем дело у нас? Дота говорит пока. Так, пробуем в третий раз. Если нет, я просто перезахожу в нее. Выйду и, и зайду нормально. Ну, пожалуйста, ну дай досмотреть. Че Дота? Понимаю. Состояние игры ок. Спасибо. Как там гамбит? Ок. Господи, в чем проблема у вас, ребят? Почему у вас все лагает настолько сильно? У меня нет идей. Что, перезаходим? А, это обновление, да? Спасибо. Спасибо за обновление во время мажора. Вашего же мажора. Понятно. Она еще и полгода загружается. Понимаю, понимаю, конечно. Там же не играют гамбит. Там же не самый важный момент в игре. Да? Габен, а Габен? Ну хотя бы... Еще в эфире. Пожалуйста. Что? Ну что? Что с тобой не так? Скажи мне, Дота.
Подгружается. Так. Oh, in this game. А здесь? Чего ты так лагаешь? Это музыка в игре еще бесячая из меню. Твою мать. Foxy, I'll get the jump on him, and with the epicenter, they'll be able to do it. Foxy alone, Mickey. Состояние игры окей. Ты ни одну не включишь, да? Состояние игры ок. Реально, ну... Ваш турнир. Сделали для новичков. Блять, дота повторы не сделали нормальный до сих пор. У вас не работает прямые, сука, эфиры. Хо-хо-хо. Ну чё, всё, походу. Дота говорит, пошел в жопу. Окей, перезайду в Steam. Помойка, а не Дота. Помойка 2. Помоечка. Мы удивляемся, почему такое отношение. Ну потому что им просто плевать. Просто плевать. Просто плевать. Даже не обновляется. Обновилась, наверное, до конца. Давай еще грузись полгода. На загрузке. И дело не в железе. Нет, не полгода. Ты справишься. Вторая игра, сука, 0-0. У меня нет комментариев каких-то, на самом деле. Кроме как... Ну реально, ну вот. Ну это свинство просто. Со стороны Valve. Им просто плевать. Вообще плевать. Вот на это все, блять. Оно просто не работает. Третий раз прихожу. Перезахожу в Steam. Просто ноль. Ожидание. Окей, спасибо, Габен. Подожду. When they're trying to see. Mm-hmm.
Ну, я не знаю, что делать. Оно просто не работает. Ну, смотрим здесь тогда. Через мини-карту? Или что? Это все, короче, понятно, все.